Hare Krishna, devotees. Hare Krishna, преданные. Мне бы хотелось пригласить всех вас принять участие в двух семинарах, которые мы прочитаем в январе. Первый семинар — семинар по Шрила Прабхупада Лиламрите, который пройдет 19, 20 и 21 января. Семинар по Шрила Прабхупада Лиламрите. Это очень короткий, но концентрированный семинар на Шрила Прабхупаде и на его лилах. Второй семинар также пройдет в январе, 26, 27 и 28 января. Второй семинар будет по науке самоосознания. Широко и хорошо известная книга Шрилы Прабхупады, собрание различных бесед и так далее. Весьма тематичный и очень интересный семинар для всех. Возможно, скорее всего, для новых людей, но в действительности этот семинар будет интересен абсолютно всем. Итак, эти два семинара пройдут, как мы сказали, каждый по три дня в январе. И мы хотели бы увидеть как можно больше преданных, насколько это возможно, принимающих участие в этих семинарах и получающих благо. Увидимся на семинарах. Hare Krishna! Шрила Прабхупада ки джай!